Всем доброе утро, друзья! И сейчас уже прям утро, я начал записывать этот влог с утра. Я сейчас собираюсь завтракать, как и обычно, сейчас 8 утра, кстати. Так что, собираюсь завтракать. Тут придержал. Настя, ты чё придержал? Настя тоже завтракать собирается. Собирается завтракать. Так, ладно. И уже, кстати, запустил... Не стирать, я отнес на первый этаж, надо запустить стирать пледы на матрас, вот здесь вот у меня. На кресле тоже был плед, я его уже постирал, он, кстати, вроде бы высох. Вот такой вот плед на кресле лежит, да, он, в принципе, высох. Его уже можно будет постелить. Еще, кстати, кольцо, которое я потерял, кольцо счастья, мы заказали новое, оно пришло, вот теперь я ношу его на этом вот пальце. Так что, если что, теперь оно выглядит у меня вот так, не спадывает, что хорошо. И, в принципе, нормально так сидит. И вот это вот кольцо, которое я говорил со змеёй, как я и говорил, оно стало на палец нормально, потому что палец еще похудел, и поэтому оно теперь как раз. Но иногда, знаете, когда что-то делаешь, чувствуется, что оно немножечко сползает, но, в принципе, тоже нормально. Вот, это я. С непонятно что на голове. Сейчас собираюсь завтракать, что у меня будет на завтрак. На завтрак у меня будет какао, будет два кексика с черешней и конфетка. И также, что я чем вообще занимался, я писал до этого несколько дней английский написал, ну английский не только писал, делал тут упражнение, написал три темы, так что буду продолжать делать, вот. И также надо будет еще позаниматься своим каналом, поотвечать на комментарии и так далее. У нас уже потихоньку тут начинается рассвет, посмотрите, какая красота. Камера, конечно, немножечко чуть делает все на тон или на два светлее, а так вот этот вот розовый оттенок, он прям такой, знаете, прям розово-розовый. Очень красиво. И если получится, то я сейчас фотографирую, если получится нормальная фотография, то я сейчас вставлю где-нибудь сбоку. Красота. Мне очень нравится. Вот здесь вот у нас обычно рассветы с этой стороны. А вот с этой стороны у нас обычно закаты, вот примерно. Вот здесь вот немножко видно, вообще хорошо видно вот там, точнее из той комнаты, из закрытой. И очень тоже всегда красиво. Но здесь, кстати, тоже очень хорошо падает закат. Так что я всегда, когда просыпаюсь летом обычно, потому что зимой все-таки закат, рассвет начинается поздно, а летом, когда я просыпаюсь, здесь всегда встает солнышко, и ты так... Встаешь, видно, тебя светит солнышко, очень классно. Так что вот, красота такая. Ну, в общем-то, не получилось у меня сфоткать, потому что на моем телефоне нет места, что-то съедает мое место, и все съело. Кстати, телефон у меня Joy, потому что мой старый телефон, он у меня сломался, а точнее, он перестал заряжаться, и поэтому... Он у меня лежит рядом вот здесь вот со столом, иногда я беру его в руки и грущу. Потому что мне он очень сильно нравился, он большой по сравнению с этим. И можете посмотреть его размеры, камеры здесь было лучше, и места было достаточно. И он мне, я вот так людей оценил, а он взял и сломался. И это очень плохо. Поэтому он у меня лежит всегда рядышком, я беру в руки и грущу. А вот этот, это ужасный телефон, если честно, вот этот Joy, это мы когда-то меняли в Мотиве, вроде бы была акция, по типу, сдай свой старый телефон, доплати сколько-то, и ты получишь вот этот вот. Ну, так мы, в принципе, и сделали, ну, чисто, чтобы был какая-то замена старому телефону, что просто лежал, и вот он мне пригодился, и пока я хожу с этим. В чем его минус, он мало держит заряда. А место непонятно куда съедается, и не знаю, вообще какой-то он тормознутый немножко, все постоянно тормозит. Вот, так что фотографии сделать мне не удалось. Просто не могу не заснять
Как сейчас падает красиво солнышко в моей комнате. Такая вот красота. Смотрите, как красиво. О, такое чувство, что на улице тепло, но не очень. И еще у нас, кстати, только что проехала машина и почистила на улице снег. Так что надо будет сходить и посмотреть, если там вот это вот, знаете, от снега скапливается, когда машина проезжает вот, на нашем участке. И убрать это, чтобы было удобно заезжать в машине. Очень красиво. Блин, так уже хочется скорее весны. Такая красота. Все, я сейчас уже на кухне, я позанимался, поотвечал немного на комментарии. И теперь я готовлю. Это уже обед, да. Потому что папа сейчас приедет, мама уже тоже встала. И что я готовлю у нас сегодня? Сегодня жареная картошка, потому что дома ничего больше нету, надо сходить в магазин, купить что-то мясное. Наверное, сегодня этим займусь. Так что быстренько почистил картошку, быстро ее пожарил и все. И здесь у нас вот такой вот салатик с чесноком и морковкой. Сейчас это заправлю майонезом. А это у меня варится в такой некрасивой кастрюле курица очистки. Ну, здесь очистки от картошки и морковки. Вот так, и картошка. Картошка тоже такая красивая. Сюда добавил куркуму, перец белый. Что еще? Соль и сухой чеснок. И все это жарю на оливковом масле. Оливковое масло берем вот такое. Продавалось в Светофоре, ну, по хорошей цене, 100 с чем-то вроде бы рублей. Состав хороший, и поэтому сейчас в последнее время используем все дело на оливковом масле. Не знаю, вкусно и полезнее, чем обычно. Еще, кстати, пока не забыла, в комментариях тоже был такой... Кеша. Кеша, тихо. Кеша, как увидел, что я начал снимать, он сразу же начал привет, привет. На своем общем, в комментариях, короче, был такой вопрос, задавали, что мы будем вообще делать на Новый год, какие-то салаты, какую-то там закупку будем делать. Все это я покажу вам чуть ближе к Новому году. Сегодня у нас 26, может быть, 28 числа, 29 примерно. Вообще, на Новый год я буду снимать влог 31, он выйдет 1 числа, этот влог. Что еще? Думаю, до Нового года будет еще, может быть, 2-3 видео примерно. И где-то вот в этих видео я покажу, что мы будем готовить. Я скажу вам заранее. Ну и нам осталось немножко додумать. Новый год мы будем отмечать все втроем. И плюсом еще моя бабушка к нам приедет. Будем отмечать вчетвером, получается. Да, так что ждите видео, обязательно все расскажу, все покажу. Закупку продуктов новогодних. Потом тоже вам все это покажу. И что еще? Наверное, все, что я хотел обсудить сейчас. И я, кстати, такое удобное место нашел. Вот на этом шкафчике вы стоите, вот прямо вот здесь, тут как раз камера хорошо подходит. Штатива у нас пока нет. Но мы, кстати, заказали штатив, штатив скоро прийти должен. А раньше у меня стояла камера вот на этой ручке. Но, как вы видите, если взять вот это вот расстояние от меня до конца кадра, оно слишком большое, поэтому... Мне оно не очень нравится, и маме тоже, поэтому вот сюда поставили. Удобно довольно-таки. Все, я уже вышел на улицу. Сегодня, в принципе, хорошая погода. Но снега, кстати, за несколько дней у нас очень много навалило. Так что... И вот, вот что мне надо будет убирать. Потом вот эту вот штуку. Видите, от машины. От большой она приехала и дорогу почистила. И придется это все убрать. Хотя на этой стороне этого нету. Почему все нам? Где справедливость? Я вообще... Вообще вот эту вот часть дороги я очищу лопаткой. Поэтому здесь у нас не грязно было. Вот. Ну ладно. Я пошел в магазин. Если будет что-то интересное, то я включусь. Так, все, я уже вернулся из магазина, приземлился на свою жёрдочку. И сейчас покажу, что купил. Также скажу, что по ценам у нас. Так, это я зашел в аптеку. Вот такой вот крем фиши, кальмар с креветками взял. Был по акции за 50 рублей, а так он стоит что-то 99 рублей.
Так что цена хорошая. Взял либо сейчас покушать, либо так на Новый год. Так, буду вас иногда протирать, потому что камера с холода. Дальше у нас идет это Геркулес. Геркулес у нас 119 рублей. Вот такие вот. Блин, сыр. Вот такая вот паста. Макарошки хорошие. Картонные упаковки. И стоят они у нас 49 рублей, тоже по скидке. Хлеб бородинский черный за 30 рублей. Сыр. Две упаковки вот такие взял, одна на пол упала. Они шли по акции, два по цене одного. Вот эта упаковка у меня вышла на одна за 29 рублей. Дальше идет мука 50 рублей, небольшая упаковка. Что тут еще? Кокосовая стружка стоит 14 рублей, ну почти 19 там с копейками. Ой, почти 15. Дальше у нас идет чеснок, две пачки по 19 рублей. Кориандр молотый, одна пачка тоже по 19 рублей. Шоколад Кантингольд Орео, классический чизкейк решили попробовать в этот раз. И стоит она у нас 30 с чем-то рублей, 39, тоже по скидке была. И филе куриное стоит, 235 рублей. Вот чек, кому интересно, вы смотрите. Надеюсь, видно. Да, вот такие вот покупки. И все. Так, сейчас вам покажу, что бабушка привезла из Вьетнама. Первое, что она привезла, это вот такой вот стаканчик для кофе. Вот это вот этот вот носик ставится на крышку кофе. Дальше сверху вот этот стакан. Вот сюда засыпается кофе, сверху прижимается крышечка, заливается водой. И все это процеживается в кружку. Дальше чай, вот такой вот с индирем для иммунитета, вот такой вот с артишоком, не для памяти. Дальше вот это вот зеленый чай для иммунитета, это тоже индирный. Дальше у нас идет сушеные креветки. Во Вьетнаме очень вкусные всякие сушеные креветки, осьминоги и так далее. Жвачка. Дальше идет вот такие вот пирамидки благовонье запахом цветов. Это микс, также продается еще в упаковке, где каждого по одному. Так, у меня кончается зарядка. Здесь у нас идет лапша быстрого приготовления. Больше всего тут острая и с креветками. Дальше идут различные виды конфет. Вот такие вот. Это вот, можно сказать, они вот так вот выглядят, кому интересно. Дальше идут желейные с манго. Тоже очень вкусные, мягкие. Дальше идет вот такие вот с неизвестным нам фруктом. Мы так и не поняли, что это. Они больше жевательные. Это идут имбирные. Здесь у нас идут с кунжутом, орешками, семечками, еще с какими-то фруктами. Тоже очень классные. Вот это вот у нас идут кофейные такие. Они состоят из двух частей, сосательные. Очень вкусные. Это у нас тоже идут как желейные. Есть тут разные вкусы с арбузом, виноградом и так далее. Дальше у нас идет сигареты. Вот такая вот фурискулка для горла. Это у нас таблетки от кашля с мятой. Там всего их 10 пластинок по 10 таблеток. Фурискулка от кашля. Ну, для горла. Дальше идет у нас какао. Какао очень вкусное. Оно не впадает в осадок. Здесь у нас идет кокосовое молоко сухое. Дальше тут у нас кофе. Вот такое вот арабика. Это уже молотое. Дальше у нас идет вот такие вот таблетки, это спирулина. Спирулина очень полезная, это водоросль. Вот, кому интересно, можете почитать, поставить на паузу. Здесь у нас орешки макадами, они идут сразу же расколотые. Вот. Здесь у нас маленькие бананчики, не меньше наших даже, чем в магазине у нас продаются. И личи, их разряжается, там косточка внутри, криша. И они на вкус напоминают чем-то виноград, как по мне. Здесь у нас вот такая вот, вот такой вот ролик с алоэ вера для области под глазом. И также вот такой вот, Гриша, вот также вот такой вот гель с алоэ вера, просто для тела, не для умывания. И также последняя наша покупочка, это вот такая вот статуэтка. Вот такая вот статуэтка деревянная, она ручной работы, по ней даже видно, она немножечко косит. Вот такая вот тоже очень красивая вьетнамка. Ну вот, это были все покупки бабушки, которые она привезла нам. Посмотрите, как я и думал, сегодня у нас очень красивый закат. Там был рассвет, как вы помните, и красивый закат. Ну, в жизни он, естественно, еще более яркий и насыщенный. Кстати, уже повыдирал снег, и красиво, очень красиво. Все, как всегда, мое каждого влоговое
вращание в ванной, в какой-нибудь из ванн, сегодня на первом этаже. Так что всем спасибо за просмотр этого видео, не забудьте подписаться на мой канал, и всем пока.